И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Conan Exiles. История моего выживания близится к концу, и остается, по сути, посетить пару данжей, добыть пару артефактов и посмотреть на глобальную, точнее, полученную чистку. Посмотрим, буду я десятую чистку буду я делать или нет. По сути, у меня сейчас уже там на седьмую нашкреблено артефактов. Но посмотрим, что как-то где. Как видите, в левом верхнем углу урон спутника плюс 12, урон спутника плюс 12. И это у меня готовый картан дает урон спутника плюс 12. Ну и бутыли слезы гулы дает. Решил проверить. Собака работает. И это, конечно, очень прикольно. Так что, конечно же, их нужно брать обязательно. Давай штук 10, пускай лежит. Они же портятся. Единственное, что, буду ли я хавать хавку и будет ли это сбиваться, да черт ее знает. Кто бы об этом еще бы знал. Так, зелье серого лотоса, это увеличит ему урон использовать. И, кстати, точно, меня писали комментарии, написал комментарий человек Иван Иванов, это, конечно, просто из разряда, ну, очень смешно. Видео, где я вызывал метеориты, ну, то есть показывал, что, по сути, можно использовать команды, когда ты играешь на локалке, и, типа, какая разница, ждешь ты 3 часа или же вызываешь это все дело командой. Как бы логично, бежишь ты домой пешком или прописываешь хоум и типа телепортируешься. Человек, так сказать, одаренный. Не, возможно, он и прямо одаренный, кто ж его знает, отсутствие мозга дело такое. Но написал такой комментарий, так чего мучиться? Ты и так себе, вон, 135 уровень нарисовал. То есть, вы все прекрасно знаете, вот, на протяжении какого времени я все это дело качал, и что для этого нужно. Вот, кучу модов поставил. Нарисовал бы сразу слитки звездного металла, клоун. Удачи. Ну, я этого человека, конечно, забанил, написал ему нелицеприятное и забанил. Почему нелицеприятное? Потому что, по его мнению, каждый, кто играет с модами, те клоуны. То есть, если по-простому, если вы играете на серверах, на любых серверах, неофициальных, то вы клоуны. Потому что у них будет обязательно стоять, если вот посмотреть в левом верхнем углу, в самом низу, пипе, User and Server Manager. Это мод, на который держит, он, то есть, позволяет настраивать сервер и так далее. То есть, это есть на каждом сервере, если ты хочешь хоть как-то его настраивать. Вот, нужно человека забанить, он стоит, то есть, ну, по факту любой сервер, неофициальный, он имеет это. Уж не говоря о том, что вы играете на модовом сервере, в котором есть что-то вот это. То есть, по его мнению, каждый человек, играющий на модах, это клоун. Такая вот беда. Ну, я его забанил. Ох, не надо ему смотреть сразу. Вот, если вот человек смотрит меня, я сразу ему советую, не смотри видео по арку. Ни у каких людей. Пожалуйста, экономь свои нервы. По арку, без модов, практически никто не играет, потому что это, ну, уже людям не интересно. И, кстати, по расту тоже многие люди играют и снимают видосы именно на модовых серверах. Ох, а рейты, поверь, лучше экономь свои нервы и не смотри никуда. В общем, сиди в своей коморке и играй там, где ты хочешь. Не смотри на других ютуберов вообще, а то, не дай бог, ты увидишь, что человек добывает x10 рейты и так далее. Ладно, ну это, если что, было последнее всем абсолютно таким дебилам, которые считают, что моды — это говно и нужно играть без модов и так далее. Я этих дебилов не считаю за людей, потому что они неадекватные. Человек играет так, как ему охота.
Так, теперь идем вот сюда. Это у нас на курганах, гибельные курганы. Я там еще покажу сейчас сундучок. Я его уже туда показывал. Как, точнее, что он... Что, где его, точнее, можно подобрать. И, если что, вот этим я буду свою сокровищницу улучшать до 10 левела. Не, там, типа, можно серебро полутать и так далее. Но, имея команду Home, типа, а зачем заморачиваться? А, не, по логике некоторых индивидуумов, а зачем заморачиваться, можно себе выписать ресурсы и так далее, но по его логике игра с читами это тоже норм тема. Опять-таки же, по логике этого человека. А, не, это у меня цветка полно. Если не ошибаюсь, вроде бы здесь я находил сундучок. Ой, ёб твою ж за ногу, чтоб тебя тварь калась, ты чё меня испугал? Кстати, ну-ка, а чё у них? Я их давно не убивал. Такие, да, логично. А я могу вот эту табличку подобрать, пожалуйста? Она бы мне пригодилась. Вроде бы вот здесь вот сундучок. С тобой, да, есть... О! Ой, тут какая гадость. Или не в этом здании находится сундучок, который можно подобрать и утащить в себе, к себе в сокровищницу. Вроде бы не здесь. Значит, в каком-то из других, скажем так, таких же помещений. Вот она где точно. Помню же где-то здесь, не в ту сторону повернул. От обелиска это получается вниз. Дебил, ты мне будешь помогать? Ну и пошел ты, короче. Вот помощник у меня, конечно, еще тут был. Это, в этом лабиринте он путается как нефиг нафиг. Вот, в общем, сейчас с ним разберусь. Так. Вот, с него, кстати, с него же, да? Да. Та самая фигня дропается. Ты имбецил. О, господи, прости. Он просто... Он уже который раз появляется, да, когда я уже всех убиваю. И вот на сундучок. То есть, грубо говоря, прям нужно вот на вот это вот идти. Вот на сундучок, с которым можно дойти пешком или телепортироваться на Home. Ну, слушай, не знаю, на серверах, по идее, это тоже должно работать, если фото не отключат. Но это ничем не должно отличаться. А, ёп, просто только не надо это ускоряться. То есть доносим до казны. Вот. И правую кнопку мыши. И устанавливаем его. И тем самым у нас он появляется... Вот здесь в списке. Вот, сундук, полный сокровищ. Оп, сразу же 5000, уровень угрозы 8 левел. Ну, то есть, как бы, с модами, с хоумом, это, конечно, 5000 набрать, это фигня вопрос. Ну, и там какой дроп, вы сами видите. Куча чучел, ничего сильно естественного, интересного, скажем так. А, кстати, целебная масть, не помню, я пробовал, не пробовал на раба, но она так не работает на него. О, рунный камень, кстати, сокровище тоже. Ладно, разгрузимся и вперед. За тем, чем я вообще изначально собрался идти. Хм, неплохо. Неплохая вытяжка с них дропается, скажем так. Кстати, я не знаю, работает несколько сундуков и так далее, но как-то так. Можно их лутать. В целом, кстати, вот переработанный лут довольно-таки неплохой, я вам сразу так скажу. Особенно вот эта вот вытяжка, вон, со второго она дропается, такая кайфовая. Это, конечно, да. Так, что здесь у нас? Ну, бог с ним. Это фигня. Золотые монетки. Неплохо, неплохо. Так, только где у нас вход в эту пещеру? Я сюда просто так ходил. Я так и не понял, что здесь, если я не ошибаюсь. Я так и не понял, что здесь да как здесь, но, в общем, да. Да, я сюда ходил, вроде бы до сюда не доходил. Я вот там побегал и назад ушел. О, дебил.
Для активации двери нужна кровь демона. Я, конечно, да. Ну-ка. Требуется кровь демона. О, король холмов. Как ты с опозданием среагировала. Вот это можно убрать. Ну что, до дома. Заодно проверил, эффект хавки не спадает, если ты ешь еду, которая не дает какой-нибудь характеристики. Вот, допустим, еда, суп, он дает вода, еда, и дополнительных характеристик он не дает. То есть, соответственно, он эффект еды не сбрасывает. Прикольно. Открывается дверка. И загружается пещерка. Загружается? Или я просто по ней пройдусь? Ха! Да ладно, здесь просто тупо... Ой, красота. Не-не-не-не, давай вот это вот... Нифига ты жрабасина. Давай я лучше свет включу. Тихо-тихо-тихо. Давай вот ты, короче, без этого. То есть здесь вот настолько тупо, да? Угу. С него дропается всякий шлак. И вот так вот этот диадема, да, добывается. То есть ты сюда идешь. Кошмар. То есть, проще говоря, вот сюда дойти сложнее, чем добыть эту диадему, от которой, между прочим, это ингредиент эндгейма. Если вот так уж совсем по-простому. Да уж, вот такая вот какая-то тупость. И последний ингейм девайс это у нас находится. А где он у нас находится-то? О, вспомнить, где он находится. А может, у меня уже все есть. Кстати, это надо убрать. А, черт его знает. Вообще, я хотел... точно, вот здесь вот. В этой находится. Вот это я хотел проверить. Зачем-то я там поставил себе отметку. О, у меня перевес. Зачем-то я себе там поставил отметку и... Крови демона сколько добыл. И благополучно забыл, что там находится. Там вроде бы какая-то пещера. Но вот нужно сходить посмотреть, что в этой пещере находится. Кстати, да. Трофеев дропается теперь просто тонны. О, черный медведь теперь у меня есть. Вот это был бурый, а вот это идет черный медведь. Конечно, криво поставил, как дебил. В общем, трофеев куча. Даже если не хочешь дома обставлять, то ты обязательно дома обставишь. Но зато красиво. В том плане, что это не просто, да, там типа всякая фигня. Можно техное дерево добывать с этого. А можно делать какую-то... Какую-нибудь, скажем так, красоту. Какую-никакую. Дроп, конечно, очень сильно переделали. Там еды дропается в этих курганах теперь тьма. Раньше было вроде бы что-то другое, но это не суть. Сейчас много всякой непонятности с этого всего дропается. Кстати, лотоса забыл тебе скинуть. Это пещера бесов, по ходу дела. Здесь у меня отмечено. Давай сразу же метку удалю. А что здесь конкретно? Кто бы его знал бы? Не, в какой-то серии это я однозначно говорил. Про вот эту вот метку и так далее. Что она там дает. И вообще, зачем я ее поставил? Ну, камон. Это все пересмотреть, это вообще дебилизм будет полный. Чтобы вспомнить, что здесь и для чего это у меня. Ладно, король с кастрюлей на жопе. И не только. Отлично. Да иди ты в жопу, уже задолбал. Кстати, что с тебя дропается? Железный котелок. Ой, прикольно. Ага. Ого. Так, погоди-ка, сюда можно занырнуть. Что у нас тут на дне? А, ну это типа под водой проплыть и над водой проплыть можно. Только под водой светло, а над водой темно.
Ну да, это прям то же самое. Боец? Даже интересно, что ты здесь делаешь. А где мой боец? Ну давай, красава. Здесь какой-то ритуал. Ладно. Что-то пошло явно не по плану. Давай мочить его в двухе. Нифига себе. Это у меня почти так ударил, что у меня руку отбил. Высушенное сердце. Бурдюк. Ну, всякая фигня. А что с тебя дропается? А что у нас здесь? Записка. Ваша жертва принята. Хм, и типа все. Он какое-то заклинание типа прочитал. Призывает защитника Ханумана вам на помощь. Я ж помню, что-то было. Значит, я правильно помню. Я просто вслух не говорил, но это типа думал, что-то прогорело, что ли, было, когда питомцев читал. Да, я с него взлутал сердце сюда, это взял свиток и. Оп! У меня горело в инвентаре. Пещерка, конечно, это. Маленькая. Но прикольненькая. Так. Ну-ка, давай смотреть, что за питомец. Слушай, это что? Это просто живой питомец. То есть это не выращивать. Я думал, там типа детеныш и так далее. Здесь не выращиваешь ничего. Это просто у тебя горилла. О, кстати, ты 20-го левел получил. А что у тебя по характеристикам? Защиту тебе дали, да? Ну, короче, ты вот по характеристикам опять какой-то получился у меня непонятный. Хм. Следовать. А что у тебя тут по хавке? Хмель в натуре. Либо разрыхлитель. Я надеюсь, это все говно не повыкидывал, потому что у меня ну, нафиг не нужно было, и я ее очень много выкидывал. Оп! Захавал. Погнали. Добыл гориллу, блин. Вот она так-то и бывает. Пошел за диадемой, изначально собрался идти за диадемой, я добыл гориллу себе в питомце. Кстати, их... Подкачать-то тоже было бы неплохо, своих питомцев. Возможно, для защиты это пригодятся. Никуда сходить, чтобы они мне не ваншотнулись. Она у меня, точнее, не ваншотнулась, это горилла. Бам! Сразу левел повысился. Так, кстати. Поведение, вступление в бой, атаковать всех врагов, поведение... Тактика. Вблизи. Да, когда убиваешь оленя рядом, просто тупо дичь и раба. А, точнее, изгнанника. Вот это клёво. Просто. Я про опыт, если чё. Ой, просто когда за детеныша дают тебе опыта больше, чем за вот этих вот дебилехоньких. Так, ты там немножечко хп подкачал? Подкачал. Кстати, а что у тебя по характеристикам? Ну, вообще ни о чем. Сразу говорю, когда слышишь... Питомец горилла, думаешь, ну ща, короче, он хотя бы урон будет вносить не кисло. Или там танковать будет не кисло, там хп будет много, защиты много.
Ну, как бы думаешь. А потом ты сталкиваешься с реальностью. Вот, и вот тут тебя, конечно... 53 урона, да, вы не ошиблись. 53 урона. У гориллы. Извините, урон гориллы настоящий вносит такое, что ты просто, да, как бы сложишься. Хочешь ты этого, не хочешь признавать, но по факту все равно будет именно так. Почему здесь это так сделано? Я откуда знаю. Вот. Да. Урон гориллы, да. Характеристики, понятное дело, здесь вот мастер на все руки, это бог с ним. Но его урон, конечно, меня просто поражает. Здоровьем тоже не блещет. И я так скажу, саблезуба стырить детеныша легче. Вырастить, тем более. Там единственное, что тенет цвета, но... Да, это обычный горилла, то есть это не усиленный. У меня там этот усиленный, там, что там, он... Крутяшный, короче, у меня там этот... Поэтому он урона вносит много. Но, блин! Но, блин! 53 урона от гориллы, учитывая, что его достать, добыть, точнее, не так-то уж легко, ну, как бы тоже такое себе. Кстати, прикольный навесик. А, джираб. Нормас, немножко золотишки. Вообще, я сюда пришел посмотреть сокровища. Халавысь. Отлично. Горилла у меня тпхнулся и застрял там. Вообще, я сюда пришел за этим. Ух, какой перевес жесткий. Проверить. Так, эти все чучелки у меня уже стоят. Этого. А вот навесик прикольный. Вот. Можно ли установить несколько сундуков? Ну и заодно он апнул себе так не кисло левела. Кстати, навесик. О! Руда. Тоже нужно будет переделать. Навесик, навесик, навесик. Где ты? Котелочек выкидываем. Трофей нафиг. Навесик. Вот он. Могу? Могу юзать. Ну-ка, 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 ну-ка. А, красота. Сам бы не сделал, а вот на халяву, когда выдают, почему бы нет. Не, ну реально же красивее вот так выглядит. Табличка, навес, вот это вот и всякие знамена. Да... Вот с новой системой чистки, вот честно, я бы вот эти вот стены вообще бы не делал. Я бы сделал бы мини-деревню. Вот без шуток. Если бы не вот эта вот старая система чистки, я бы сразу бы играл бы на новую систему чистки, я бы сделал что-то типа мини-деревни. Маленький домик, кузница, там вот это вот и все. То есть я бы сделал именно так. И, соответственно, было бы все... Ну, покрасивее. То есть мне бы не нужно было возводить эти стены. Мне бы вот этого всего не нужно было. Потому что что правильно? Я строю казну в каком-то определенном месте. И все. То есть чуваки бегут только туда. Ломают только казну. Ничего больше не крушат. Особенно если эта казна стоит далеко. Вот они. Ты строишь казну в том же самом месте. Хоп, могу. А, отлично, я могу это делать. И смотрим, да, 55, вот, 100, о, 10 тысяч. Все нормально, то есть уровень 8, как нафиг, нефиг. Немножко золотишки, немножко рунного камня, и все замечательно. В общем, казну можно будет увеличить до 10 левела. Так что посмотрим, буду я проходить 10 левел или нет. 5 точно, посмотрим, и... там уже будет видно. То есть в следующей серии пойдем за последним этим. За последней частью артефакта. Потом обязательно будет чистка 5 левела. Вот. И потом, возможно, 10 левел чистка будет. Ну и снятие браслета. Это понятное дело. Снятие браслета и конец сезона, соответственно. Ну а на сегодня, как говорится, все. Всем спасибо за просмотр. Вот такая вот дебильная серия получилась. Мне ее нужно уже выкладывать примерно часа через 3. И
Да, я очень сильно заболел, поэтому я не записывал серии запас. Я вообще мог сегодня серию не выпустить, но повезло. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливых добра, всем пока.